Всем привет! Сегодня именно ты будешь участвовать в моем челлендже «Слайм или вода». Посчитай, сколько раз ты ответил или ответила правильно. И напиши число в комментариях. Ну что, поехали? Меня зовут Маша, и вы на моем канале. Вместе с Машей! Вода или слайм? Я думаю, что вода. Ну-ка. Это вода. Слайм или вода? Я думаю, что слайм. Слайм. Это красный слайм. Посмотрите, как он тянется. Так, что это, вода или слайм? Вода. Это слайм. Это как будто вода. Тянется хорошо. Может, это слайм? Слайм или вода? Сейчас попробуем. Я думаю, что это вода. Это вода. А это вода? Слайм или вода? Я думаю, что это вода. Вода. Как ты думаешь, это вода? Я думаю, что это слайм. Это слайм. Вот. Он тянется. Это вода? Я думаю, что это слайм. Вау, это слайм. Вот так вот он тянется. Он хорошо тянется. Может, это слайм? А я думаю, что это вода. Да, это вода. Что это, вода или слайм? Я думаю, что это слайм. Ну-ка. Это желтый, нетянущий слайм. Похож на лизуна. Слайм или вода? Я думаю, что это вода. Это слайм. Фиолетовый слайм. Так. Вода? Слайм или вода? Я думаю, что это слайм. Это слайм. Вот такой. Бедненький. Понравился такой формат видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, мяу!